Где можно твой стрим? Ты ВК скинешь сейчас свой стрим? Я сейчас скину ВК. Иди, зайди на моем телефоне ВК. Ну, я никто с премьером в нашей группе ВК себе. Нам люди нужны там. Типа, будешь под всякими постами нам писать, типа, фу, все кланы, а ты... Так, ник скидывал. Скидывай ник. Там ВК нет. Только да, ты ставь так, чтобы это Николай, переходило правильно. Офицер, я понял, я проверю. Мальборо, основа КВ, это типа основной стартовый. Знаешь, как интересно, что сейчас моя трансляция бомбанет. Ага. Это на твоей трансляции, нахуй. Тысячу лайков нас ставят, нахуй, нихуя бабок соберешь. Будешь со мной, нахуй, тоже делиться потом. Я буду первый, я нахуй, твой раскрутитель. В натуре. Вот так говорить. А, это, давай добавим этого челика, который ты вчера кикнул. Ой, как ты много говоришь, разговариваешь. Типа, у меня 106. Типа, ты говоришь, у меня 106. А как это драма был, блядь? Ох, это адекватный, сука. Так, все, говорю, пост есть, пацаны. Все, пост есть, да? Просто в мальном или голову. Так, переходит таран. Сейчас посмотрю. Трансляция игры. Заходи, Никит. Все, перешло, там да. Там Азатик пойдет. О, кстати, Никитос, мой брат, моего брата зовут тоже Никитос. Так, у вас есть, пацаны, 10 минут. Морально подготовиться. Окей, я пошел мясо. 10 минут у вас есть. Пока все зайдут на трансляцию, вот это все. Да похуй, сейчас зайдем. Я так. Со своих фейк-аккаунтов зайду в сеть. Сука, я застрял в дереве. Так получилось? Да. Сейчас посмотрю таблицу на турнир. Ай, бля. Ну скажите хоть примерно какие задания там. Вот я просто сейчас вопрос все... на ура, скажите. Бля, мужик, потом никому задание не озвучится, нет. Ставьте лайки, те, кто зашли, пожалуйста, ставьте лайки, пацаны. Ставьте лайк, нахуй, ставьте лайк. Да, я еще коммент напишу. Еще и на коммент напиши. Получается, ты нет, за этим. Так, Magic, Magic. По ссылке, меньше мата, да, сейчас. А, все, хорошо. И вообще сиди тихо с гумором, пока я вам не сказал, что можете говорить. Да, я сейчас вам напишу. Это левые звуки выключите, ребят, тоже. Так. Так, ну чё? Чай, водички выпью и приду тогда. Гумор, давай, потей. Чисто чил стрим, нахуй, чил, блядь, чисто чил. Слышь, айс клокой не будь на выходных. О, повезло, повезло. Я а чё повезло, мы его ждать будем? Я по ВКшникам попасть не могу, о чем ты говоришь. Да, как, да не, какой его ждать, не-не-не. Просто давайте, какое место займёт, я займу его. Вам первое, если то, соглашусь, то. А чё за первое дается? Скажите мне, пожалуйста. 2500 кредитов, вроде. Или полторы, не помню. А, президент. Президент. За первое 2,5. А за второе? Сколько там? Полторы вроде. А за третье? Да, полторы. Косарь. Косарь, косарь. А за четвертое 500? За четвертое ничего не дается. Там матч за третье место будет. Что я творю? Просто пиздец, выбрали мне тоже соперника, да. Что он может? Ну что я ничего не выбирал, это рандом. Это рандом, понимаешь? Я вот как таблицу игроков занес, она как с это сконструировала, я так сразу второму скинул. Я ничего вообще не видел. Два человека смотрят, ты что, на поле? И те мы. А, кстати, пацаны, это запись экрана включаете? Да, кстати, да. Как вы включите? Два раза на шер нажать. Понятно. Хотите прикол? Угу. Бля, забыл. Сейчас, сейчас. Никитос, Никитос.
Ебать тебя в нос. Ладно, малой! Мы на трансляции находимся. Я забыл. Так. Мэджик тащим. Эдмон. Эдмон зашел. Вы пока, пацаны, в комментариях можете написать, за кого вы болеете. Ты Мальборо как... как написал, Тарлан? А как я написал? Неправильно? Там через Ю пишется. Я поменял. Мальборо Ю? А как ты поменял? Ну, я под записью поменял, а у тебя... Настройки показа. А, просто комментарии, основной, просто дополнительные настройки, настройки общего. Так, я настраиваю. Цветовой фон. Синтез речи, общий доступ к звукам. Так, это зайдите, посмотрите, вас с обоих слышно. Сейчас подожди. Тут кто-то за Гумора, кто-то против Мэджика. Мэджик, за тебя никто не болеет. Ой, спасибо, приятно. И они просто понимают, что Magic это сильный конкурент. Ну, смотри, какое задание. Тут больше задания зависит на самом деле. Ну да. Все, я отказываюсь идти, я никто не болею. Так, Magic, Magic и Гумора, слышно? Гумор, скажи от 1 до 10 засчитай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magic. Разреши, 8, 9, 10. Всех слышно было? Раз, два. Все, тихо, Мэджик. Пацаны, всех слышно было? Я название изменить не могу, мне это бесит. Забей. Нет, я сейчас изменю. Через три. Да никто не заметит это. Забей. Скажи, что это фишка. Так, надо типа убрать. Мне не регается автомат с ним. Понимаю. Если у меня сейчас беда начнется с интернетом, то это все. Ты просто удаляй в РТС. Это автоматически проиграл. Так. Отлично, да, покупка оформить мой канал, сменить аккаунт, покупка платы. Мой канал. Я почему-то не могу изменить название. Настройки. Надо дошик заварить. Давай, Азер, у тебя есть 5 минут. 5 минут? 5 минут до начала турнира, пацаны. Вау, я рвучу, блядь, я мандрюрач. Да не, я вообще в натуре побежду. У меня такая судьба. Побежду, бля. Побежду. Надо будет победить, значит, побежду. Побеждитель. Ну, я просто знаю, то, что я уверен в своих силах, то, что я не даун, порой. Так, с нами Дэмиас, да? Идет. Или я буду просто звонить в этот интернет и просто орать, блядь. Просто позвоню, вы так телеком отдавать, делайте мне интернет. Я бабки. Так, 7 зрителей, отлично. Сейчас, ребят, сейчас начнется. Секунду, я сейчас настрою все. Я рыгучу. Пацаны, про запись экрана не забудьте. Включайте, а то как бы как мы проверять будем? А как это? Что именно? Вы чё, пацаны, вы чего никогда хайлайты не снимали? Нет. Никогда. Совсем.
Ну тогда нажмите два раза share. А потом что подключить как? Ну ты просто нажимаешь и все. А отключить то же самое. Только образ на плохой. На геймпаде у тебя есть options, а есть с другой стороны share. Два раза на share нажми. Блин, у меня еще геймпад сел. А, ёпта, блядь, мэйдж. И какая-то херь там вылезла слева. Ну да, там это... Да, должно было вылезти. Да, такая камера. Да, да, да. Я не могу изменить название. Я встал геймпад заряжаться. Я через 2 минуты приду. Так, все, пацаны, через 2 минуты начинаем, давайте. Да, у вас ровно 2 минуты. Чтобы морально подготовиться. Ну, я надо пахнуть на туре венца. Настройки. Мой канал. Я просто челика унизил, блядь. Он поставил свой мину, я его минус просто стреляю на другую. Мальборо, блядь. Что за когда на командике Мальборо, нахуй? Он унижает всех, всех всегда есть. Пать, бота. Эдман. Это Эдгар, а не Эдман. Ну, Эдгар. Эдгар, выйди. Ну, а сейчас это турнир у нас. Сори. Сейчас вопросик выхожу. А президент, это ты? А за это не будешь задавать? Нет. Кончился. Всё, давайте. Кончи, а какая у тебя карта, да? Сейчас такой Эдгар. Так, сейчас я здание открываю, в принципе. Так, Андрей, хватит спамить, лучше дельное что-то пиши. А что он спамит? Против Мэджика. Так. Чмо, Андрюха. Чё, начинаем? Гумор здесь? Так, пару минут, ещё секунду. Я буду на Андрюха теперь всегда издеваться. Сейчас, тогда минуту. Я это чёртовое название изменить не могу. Пать-бот. Угу. Мальборо Кап. Пускай это будет на испанском. По факту. По факту, да, прям. Опа. Что за шизофрения, парень? Так, на каком что классе мне отыграть? На каком классе? Блять, меня зарезали, да ну нафиг. Да вы пятый не будут говорить. Так, я готов, в принципе. Так, выходите из игр. Сейчас, минута. Я не могу выйти, я делаю контракт. Мэджик. Да, все, можем начинать. Так, ребята, объясняю правила проведения Мальборо Капа. Двое игроков. Каждый рандомно выбирает задание. И номер. Под этим номером будет скрываться задание. Ваша цель — выполнить это задание. Все поняли? Если двое людей не выполняют задание, им проводится еще один матч. Если двое выполняют, то у них еще один дополнительный также матч. Тут уже... Конечно, все может быть. Все может быть. Так, ладно. Мэджик, ты готов? Разорвем всех. Мэджик, твой Мэджик. Давай, цифра. От одного, 20. Подожди, от одного до 41. Цифра 23. Выйти в плюс, играя только с пистолетом. Серьезно? С пистолетом изи. Фу, есть.
Плюс, нет, подожди, подожди, 5 убийств минимум. А, изи. С пистолета. Пистолета, повезло. Ну, давай. Чисто 20, Magic Five 23. Число любимый. Давай 15. 15? Да, 15. Сейчас мне выйти пенальти надо. Подожди. Пятнадцатое. Чего? Стоп. 35. Что? 7 убийств без прицела. О, без прицела. Ну, как сказать? На любом классе Magic. Это? Какой класс? 7, да, да, да. Да, да. На любом. Окей, мед, ускон. Так, получается, уточняем задание. Magic 5. Больше 5 киллов, играя только на пистолете. Выйти в плюс. Да, ты не можешь ничего не использовать, ни мины, ничего, только пистолет. Класс, да. Можно менять будет во время игры? Нет. Чего? Можно, все можно делать. Класс. Нет, класс менять. Можно. А если я вот 5 киллов сделал с пистолета, то можно играть дальше с автоматом или нет? Нет. Ты должен в плюсе быть. Поэтому давай, ты играешь только с пистолетом. Ты должен быть в плюсе, и минимум у тебя должно быть 5 киллов. Кто приглашает? Так, пацаны, еще раз задание. Magic 5. Сделать как минимум 5 киллов из пистолета и выйти в плюс. Гумор. Не используя ничего другого. Да, да. Гумор. Убить 7 врагов без прицела. Так, смертей у меня не ограничено. Не ограничено. Да. Окей. Так, блять, вы можете нас не звать, ребят? У нас турнир. Так, я зову. Давай, давай. Куанчи, нам с тобой просто играть, как мы всегда играли. Тащить, не тащить, ну как обычно, понял? Не тащить. Так. А пятый, а будет что, просто тоже играть или сливаться? Дамиас. Дамиас ушел. А нет, стоп. Я один класс взял, дерьмище. А нет, Дамиас здесь. Гумор, на каком классе будешь? Magic. Ну а потом, возможно, инжа возьму. И для тебя повезет, если это сейчас D17 будет. Прикинь, фабрика. Так, Тарлан, зови. Да, а знаешь, в чем мне повезет? Что у меня санса большая, и я от бедра очень не умею стрелять. Так, пацаны, турнир запись начинается экрана. Через... Включайте? Да. Запись экрана. Пожалуйста, оба. Пожалуйста, маслят, пожалуйста. Стоп, а как сделать запись экрана? Magic, тебе не нужно. Мы выйдем, то что если ты автомат возьмешь в руки или нож или что-нибудь, мы это заметим. Да. А вот гумору ну. Что, мне два раза нажимать просто на шею? Ну да, но если там. Сейчас я тебе скажу. Попробуй два раза нажать, у тебя будет написано видеоклип сохранен. Окей. А что было на задании? Получилось? Да, видеоклип сохранен. Все, теперь еще раз два раза нажимай, и все, значит у тебя запись экрана идет. Все, у меня идет, да. Все, 3, 2, 1, поехали. Бля, ты что, это все время не начинал? Нет. Пожалуйста, маслят, пожалуйста, маслят, пожалуйста, маслят, пожалуйста, 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 маслят. Трейлер Торг. Вот это противники, бля. А сколько, за одну катку надо сделать? Да. Так, ну, вот теперь этот, 5 на третьем месяце. Давайте, Димас, дайте мне подсадку, пожалуйста, кто-нибудь, дайте мне подсадку. Давай, мне все равно дам, сейчас так, будет тактика, я там. Буду крысить. Я тоже буду крысить, нафиг мне туда лететь, налетал. Мэджик, пацаны, ты догадался? Ваша задача не выиграть. Ваша задача выполнить задание. Да, да, я можем проиграть 0-6, но подожди, а доп раунда можно брать? Доп. Конечно. Пойдем, я тебе сразу дам на палец Мэджик. Раунд начался. И еще одно уточнение. Если я убью хоть кого-то с прицелом, это все я слил? Или... Да. Так, пацаны, у меня это 3 компа. Оп, все, вернулся я с вами. Так. Обходка. Стоит на шаге. Ну почему? Вот этим склоном. Катушки, обходка. Понимаю, я не успел сапа. Дес, даже гранату не закинул. Я бы уже взорвал бы все взорвал.
Так, Magic Five на данный момент пытается выцелить кого-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Это сейчас так было тупо. Ты, по-моему, всех так... наших бойцов. Так, что мы же как... Первый раунд прошел, ни один из ребят пока что не выполнил свое задание. Защитите стратегические объекты. Также пацанчик. Раунд начался. Давай-давай-давай-давай-давай. Дайте, нет? Да-да-да, надо. Три. Давай с тобой два. Полезу. Это два. По спине нам, да, шьют уже. Хорошо, что я не сваншотил. Понту, понту оба. Подожди, время убавить сенсу. Во втором ангаре. Что, Мэджик, сколько циклов? Один, да? Да. Мэджик сделал один килл. Гумор пока по нанале. О, ну, сейчас шик. Не, мы бы их порвали, мы были бы на этих. Я же попросил пацана отвалить. Никитос, дайте мне, давай мне все дадите. Пацаны, это один в обходке, двое или у него эмоции, все хорошо. Откуда убили? Подожди, с пистаж я тоже могу от бедра убивать, да? Да. Блять. Это сейчас так тупо выглядит, я даже прицелиться не могу. Так. Остался Гумор и Magic Five. Тихо. Давай. Гумор, давай. Сейчас все. Тихо. Что за геймпад вверх тянет? Шопа. Ну. Один ставит. Хорошо, Гумор делает первый килл. Тем временем Magic 2 килла уже с пистолета. Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Бомба. Так, стоп, сейчас он взял. Граната! А мне, по сути, это... мне просто бежать, не надо мне пацаны киллить. Пацаны, не обессудьте. Не обессудьте, я его забрал. Чем не обессудьте? А, перелаз. Да так, Magic сливается, остается Гумор. Мёрка дергается, все, не комментируй. Гумор уже сделал 2 килла, ему осталось сделать всего лишь 5 килло без прицела, чтобы пройти дальше. Всего лишь? Уфа, пацаны. А если вот, например, буду 5-5, эти это же тоже в плюс можно сказать. Нет, это ровно. Не, нахер не стреляться. Нет, это должен 6-й сделать. Подожди, дай мне, можешь по-братски оставить? Можешь его на кости и оставить по-братски, пожалуйста. А он где, я его не вижу. Ну ты его хоть раз попал? Нет. Дамиас нас не слышит. Да, поэтому. Какашка. Помощь никто не отклонял, пацаны. Помогать друг другу можно. Да, если вы можете просить, в принципе. Можете просить, да. 5 киллов, да ты до хрена. Можешь. Мы я еще и выигрываем, место... понимаешь? Мы еще выигрываем, мы можем сливать еще. Ангар взлетал, все. В первом ангаре есть. Обходка есть. Так. Гумор, о, Magic делает еще один килл. Второй ангар, все, смотрю. Марш может лететь. Я беру... Пацаны на заборе. Он пасёт, переходит. Ладно, как хочешь. Я беру медика и ресую пацанов, когда они умирают. Это гениально. Пацаны в ангаре в первом. Ресает. Перемычка. Во втором ангаре, Мэджик. Мэджик, выиграть это не обязательно.
Я знаю, из-за этого я и не иду. Куанчи, возьми медика. Будем рестать пацанов, чтобы они могли выполнять задание. Ладно. Мэджик, делаешь 3 килла, и ты выполнил задание. И тебе потом... Нет, 2 килла осталось. Да. А, 2 килла, да. Мэджик пытается выцелить, пытается остановиться. Ну, пацаны просто чекают бомбу. Они не понимают, что у нас идет турнир. Я не полезу на... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мэджик умирает, у него счет 3-3. 3-3. Так, ладно, погнали. Может, 2? Я не знаю, я сейчас не буду особо лезть. Я буду пацанов помогать, я чтобы вообще они... просто стойте, ну, если так можно. Ну, давай, давай, заходи. Нет, я чёрт, всё. А, ну, я просто подожду, пока он готовится. Вот ты можешь рискнуть, а я подожду, пока он выкатится. Там чувак сейчас полежит. Не, ну я ж не тупой. Да, бля, они со своими крысами идут. Так, нас обходят. Крой обход. Постарайся. Ну, я стараюсь, как бы. Я забыл, ходить нельзя. Нет, к хае можно, кстати. А, реально? Это же без прицела, да? Вполне инфа, блин, да. Вполне инфа поступила. А если я убью его? Да, шикарно. Ну, хоть что меня? Сейчас все выпьется. Три-три. Кумору остается сделать 5 киллов. 5. Пойдем. А Мэджику еще надо как-то выйти в плюс. Мне просто 2 килла сделать и сядь. И сесть, блядь. Это да. Один будет, скорее всего. Че это? Побереги! Один, скорее всего. Не, я понял. Бомбу поставили на я один. Слышу. А мне гранаты можно? Нет. Нет. Ой-ой-ой, зига. На, вон тапом, вот туда в бошку. Мне нечего терять, поэтому я залетаю. Наша респа стоит. Вышел. Куанчи делает килл. Так. Гумор. Мэджик. Накиньте дыма. Мэджик делает килл. Я ухожу. Все, пока, дядя. Алеу. Пай, проснули, блядь. На данный момент, на данный... Все, я слился. На данный момент... А все, Мэджик выиграл. Все, убил. Он еще не выиграл, ему в плюс надо выйти. А тебе в плюс еще, а тебе все так же 5 киллов без прицела. Понимаешь? А я уже убил с прицела, все. Так, нет, понимаешь, пацан, у тебя минус пацан. Этот килл. А, да. Блин, сразу бы так пацан, сказал. Пацан, пожалуйста, пацан. Все, окей, тогда пацан. Тогда мне надо сделать 8. Слушай, Никитос, я тебя вообще не забуду. Так, Мэджику осталось просто выжить до конца да, игры. А по походке трое. Не, нахер, я не знаю. Знаю, бля. Пришесть. О, шопа. Пацаны, привыкните, это игра Мэджика до конца игры. Так, я все имя добираю. Да не, все тихо, пацаны, на туре. Гумору все так же надо сделать 5 киллов. Свои а что получается Мэджика уже второе задание, да? Выжить. Это кто говорит сейчас? Уйди отсюда. Иди, куда? Да, мне надо служить, друг будет идти. Блять.
Очень-очень клевая тактика от Мэджика. Я просто молюсь, чтобы его кто-нибудь убил. Я просто Fuck you. Паш, ты играешь? Ты молишь, чтобы ты просто килы сделал. Мне сейчас надо сделать эйс, если я отвечу. Тебе нужен эйс. Брат, пожалуйста. Эйс от бедра. Понимаю. Эйс от бедра, ну по сути изи. Ты с чапа был, была бы у тебя или подключил. Вот именно. У меня опять стрел дэмиас. СПС. Сейчас был мой фраг. Это единица, пацаны. Уже Даня, свали отсюда. Это вы двойка. А, блядь. Нахуй бы ко мне никто не пришел. Нахуй вам сюда идти, пацаны. Кто-то там, блядь. Ставит. Поставь, да ты шлёп. Один обходка. Пожалуйста, не убей. Всё. Это ещё и один вообще. Яу! Тут даме. Спасибо тебе огромное вообще. Бля, либо вы слились нахуй. Да. Хорошо. Да. Минируй. Отлично. Не минируйте нахуй, закрытись на мину. Пошел в жопу. Какая плотная катка. Охуеть. Мне нужно сдохнуть. Ладно, гумор всего 3 кила. И да. Поэтому если вы будете сейчас играть на команду. Гумор. Это... Да пошел в жопу со своим подсадом. Да, не давайте ему подсад, он тогда всё. Сдохнет, если без подсада. Да я шучу. Шучу, пойдем. Пожалуйста, выйди, пожалуйста. Не-не-не. Тебя умоляю, чеща повод, выйди. Вон, блядь. Шёл в капусту. Я ненавижу. Тактика Влада, нахуй. Не дай, Раня! Блядь, я был твоей последней надеждой. Раня, всё, жопа. Это для меня смысл. Так, если сейчас... Мэджика не находишь. Экзамен должен я еще сделать. Если сейчас Мэджика убивают, то переигровка, да? Он же не в плюсе, считай. Ну все, нет, почему? То это он начал должен стрелять. Тихо, пистолета. Все, тихо, заткнулись. Поступите, пожалуйста, сука. Одна минута до того понять, пройдет ли Мэджик дальше тихо! Или нет. Пацанам нечего терять, им надо защищаться. Они даже не будут лезть к Мэджику, понимаете? Всё, жопа. Так, шаги у Мэджика. Они идут! Пожалуйста, убейте. Шаги рядом с Мэджиком. Пожалуйста, убейте. 20 секунд до конца игры. Да не залезет, забейте. Ко мне идут. Да нет, тут что-нибудь там. Не идут. 10 секунд до конца игры, и Мэджик может пройти дальше. 5 секунд, боже. Мэджик проходит дальше. Все, обновляет обвес. Я 5 килов уже сделал. Пацаны, в первой игре Marlboro Cup побеждает, Мэджик проходит дальше. Гумор, спасибо тебе за участие. Гумор, пока. Давай, кого еще там? Кто остановится, бейби, просто. Так, ладно. Я называю... Давай пока... Я в сети, дай телефон. Я сейчас назову следующие игры, которые предстоит вам увидеть. И возможный противник Мэджика сейчас тоже назову. Давай, возможно. Возможно, Додик. Почувствую. Так. Только не говори то, что бэдбой. Не, какой бэдбой? Маленький. Нет, бэдбой тоже солится. Гумор! Ты не обижаешься? Ну, все равно. Так, возможный противник Мэджика, либо ФСБ, либо Инциферум. Следующий. А, изи.
Дальше нас предстоит увидеть такие игры, как Расул и Айс Клок, Андрей и Гермион, Дегрант и Мандрагора, Бэтбой Эдгар, Легалайз, Мияги и Флоуарт Кактус. Пока что я вижу хорошие игры, как Дегрант и Мандрагора. Следующая игра может быть сегодня, если пацаны зайдут. Все, пацаны, всем спасибо за игру. Инсфером здесь. ФСБ-то нету. ФСБ, вы сюда пойдете. Ну сегодня а по-любому я с Лигой буду. Это 100%. Ну ладно, если там надо будет, еще меня посмотреть. Да, ты победил.